3 дня работы и почти 20 журналистов со всего Приволжского федерального округа. На этот раз миротворец встречает Йошкар-Ола. Республика Мариэл уникальна своим этническим составом. Здесь проживают почти 45% марийцев и ровно столько же русских. Испокон веков эти два народа живут в мире и согласии на одной земле. Более 1500 работ и почти 170 средств массовой информации со всего Приволжского федерального округа. Всероссийское жюри выбрало лишь 15 победителей. Телевидение, радио, печать, интернет-СМИ и специальная номинация «Родные языки». Именно в ней был представлен проект ОРТ «Читаем и чтим». Второе место в номинации «Родные языки». ДВЦ «Планета», город Оренбург. Язык чужого народа вызывает несомненный интерес. И я думаю, что если мы вместе будем делать это важное дело, я думаю, что какой-то будет все-таки позитивный такой резонанс, будет результат. Я думаю, нужно помогать в этом друг другу. Миротворец, я думаю, очень хорошая школа для тех, кто этим вопросом занимается. Круглые столы, семинары и мастер-классы. За 2 дня максимальное погружение в тему. Проблемы межнационального общения, сохранение народных традиций и влияние этносов друг на друга. Журналисты знакомятся с культурой марийцев, приверженцы собственной традиционной религии, 600 человек населения, на границе еще 2 многонациональные республики – Башкортостан и Татарстан. Одинаково у нас кухня, они тоже любят выпечку, мы тоже любим выпечку. Татары и одинаковые слова. Я вот смотрю вывески, сейчас, когда я ходила по улице, очень много нашла родных слов. Допустим, у нас кибит – магазин, у них кивыт, у нас житын – лен, у них етын. Этот год для миротворца юбилейный. За 10 лет более 52 тысяч журналистских работ. 300 были отмечены профессиональными наградами. Уже 4 года работает школа межэтнической журналистики. На сегодня 25 отделений по всей России. В 2018 году к проекту присоединилась и Оренбургская область. Школа открыта на базе телеканала ОРТ. Свою работу она начнет уже в феврале. Нам кажется, что культура – это то, что в музее, за стеклом, ничего подобного. Музей за стеклом – это как бы такие отзвуки, да, отблики. А культура реальная, национальная – это вот комплекс разных-разных вот таких вот лайфхаков, которые мы можем взять на вооружение. Более того, когда мы перемещаемся, у нас территория огромная, 11 часовых поясов, если мы, допустим, идем в Арктику разрабатывать что-то, то мы должны прекрасно понимать, что у нас есть хорошие лайфхаки от народов, которые живут там тысячелетия. Мы разные, мы равные и мы вместе. На ОРТ межэтническому вопросу посвящены несколько проектов. Национальный аспект, туристический рецепт. Последний уже становился победителем «Миротворца». В прошлом году этномаршруты нашего телеканала вошли в тройку лидеров на федеральном уровне. Уже сегодня известно место проведения конкурса в 2019 году. Столицей для журналистов Приволжского федерального округа станет Удмуртская республика. Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня.